Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хочу вам показать методику, патопсихологическую методику противоположности. Используется методика с 50-х годов прошлого века. Включает она в себя 46 слов, не больше или не меньше, не 45, не 47, а именно 46 слов. Классический вариант этой методики. На ваших экранах вы сейчас видите стимульный материал. Инструкция к этой методике очень проста. Значит, предлагается испытуемому написать противоположное слово. То есть, соответственно, вот если мы тут видим слово первое «тупой», следующее противоположное слово, испытуемому предлагается ручкой или лучше карандашом вписать слово «острый». Ну и так далее. Всего 46 слов. Методика простая и эффективна, используется при оценке операционной стороны мышления, динамическая сторона мышления не учитывается, личностная иногда встречается по собственной практике, я это сужу, иногда можно проследить личностную сторону мыслительной деятельности, но все-таки классикой методики является оценка операционной стороны мышления. Она очень хорошая, мы ее постоянно используем. Бумаги у нас не хватает на то, чтобы ее постоянно распечатывать. Буквально в каждом обследовании, в каждом экспериментально-психологическом исследовании мы эту методику используем, я и мои сотрудники. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!